письмо, и сердце сжалось вдруг. Оно хранит тепло твоих красивых рук, и аромат духов пьянит, как терпкий чай, но ранит горечь слов. Все кончено, прощай. Держала ты в руках недавно этот лист, так хочется кричать тебе: остановись. Красивый почерк твой не спутаешь с другим. Зачем ты так со мной? Давай поговорим. Последнее письмо в душе свет погасило, и понял я одно: ты все уже решила. Прощальное письмо не требует ответа, короткое письмо, и я не знаю, где ты. И глядя мне в глаза, ты сможешь повторить, что в сердце пустота, в нем больше нет любви. Была ли у нас любовь? Спросить хочу тебя, раз не нашла ты слов прощальных для меня. Я получил письмо, и сердце сжалось вдруг. Оно хранит тепло твоих красивых рук, и аромат духов пьянит, как терпкий чай, но ранит горечь слов. Все кончено, прощай. Последнее письмо в душе свет погасило, и понял я одно: ты все уже решила. Прощальное письмо не требует ответа, короткое письмо, и я не знаю, где ты. Письмо в душе свет погасило, и понял я одно: ты все уже решила. Прощальное письмо не требует ответа, короткое письмо, и я не знаю, где ты. Последнее письмо в душе свет погасило, и понял я одно: ты все уже решила. Прощальное письмо не требует ответа.